1980 год. Минск, стадион «Динамо». В преддверии 22-х Олимпийских игр здесь прошла очередная масштабная реконструкция. Территория стадиона была расширена до 12 гектаров, а трибуны стали вмещать 50 тысяч зрителей. Появилась ложа прессы, мощные осветительные мачты, электронное табло, комментаторские кабины и помещения для допинг-контроля. 50 тысяч минчан горача вітали будаўнікоў, якія далі галоўнаму стадыёну рэспублікі другое жыццё. Через несколько секунд запылает пламя в огромной чаше, символизируя начало Олимпиады. А дать старт грандиозному событию в Минске выпала честь легендарному борцу Александру Медведю. Я даже готовился к этому. Да, специально бегал кроссы, хотя я и раньше бегал, но для того, чтобы быть в какой-то форме и показать, что я еще могу. Интересно, факел был начинен космическое топливо. Специально зародили для того, чтобы если сильный ливень, дождь, чтобы оно нельзя его было потушить. И когда я забежал наверх, загорелось пламя. И что делать? Он же горит весь еще. Там стояло ведро с водой. И я взял в этот факел, сунул ведро. Конечно, вода сразу выкипела, и ведро расплавилось, и начал гореть бетон. Минская арена стала площадкой для футбольных встреч Московской Олимпиады 80. На стадионе состоялись 7 матчей, в том числе один четвертьфинал. Билеты было, конечно, не достать, ведь это главное спортивное событие десятилетия.